Так, всем снова привет. Это уже обучение фокусу быстрый как ветер. Так, для него нам понадобится две любые карты. Одинаковые. Пускай это будут, допустим, тузы красные. И еще одна любая совсем карта. Так, тузов. Пойдем наверх, перевернутые. И накрываем их любой другой картой. А без разницы, она нам значение не имеет. Вот. Еще раз повторяю, кстати, то, что этот фокус я выкладываю для того, чтобы ставить лайки. Так. Большие пальцы вверх. Зритель выбирает карту. И мы кладем ее наверх. Вот. Теперь по реалии зритель может... Ну, мы просто подкинем, скажем. Вот. И ищем уже наших тузов. Вот они. Так, вот мы их нашли, и эту колоду уже кладем под низ. Так. Говорим. И, ну, пока мы их отложим, они лежали на какой-то карте. Наверное, это ваше. Он скажет нет. Тогда, наверное, это ваше. Ну, типа, она над ними была. Он скажет, ну, все, ты лошара, опозорился. Мы скажем, да нет, вот так тогда. Берем вот так, кладем их. И когда тут берем, вот так забираем. Тузов. Карты перевернуты. А, нет. Вот так забираем. То есть, как это выглядит? Вот так. Оп. Забираем три карты. И тут уже будет карта зрителя, естественно. Говорим, ну все, я не лошара, значит. Ну все, спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Всем удачных тренировок. Пока.